Один день, одно суждение. По таким названиям в Северном Казахстане стартовала антикоррупционная акция. В течение месяца ее организаторы будут выкладывать в популярных соцсетях мультипликационные ролики, основной посыл которых – профилактика и противодействие главному социальному злу. Подробнее о проекте в нашем следующем материале. Нет такой таблетки от коррупции. Раз проглотил, и вы здоровы. Коррупция – это социальное зло, с которым нужно и можно бороться. Воспитание у граждан добропорядочности как один из методов борьбы со взяточничеством, считают активисты проектного офиса Кызылжара Далдыкаланы. В первые дни Нового года здесь запустили акцию «Один день, одно суждение». Мы хотим привлечь внимание общественности, внимание особенно молодежи, так как большая часть у нас молодых пользователей интернет, к проблемам, которые вот имеются у нас в обществе. Все мы говорим же, да, что борьба с коррупцией – это там нужно где-то делать на верхах, это нужно проводить где-то в целом, да, работу. То есть нужно начать именно с самого себя, начать с мелкого, просто прийти здесь, поучаствовать, да, в каких-либо мероприятиях, даже в этой же акции, да, то есть проявить свою гражданскую инициативу, показать, что, да, действительно, что им не безразлично наше общество. Взятки, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями – это самые распространенные коррупционные преступления. Совершить их могут люди разных категорий, начиная от преподавателей учебных заведений и заканчивая государственными служащими. Достучаться нужно буквально до каждого, говорят специалисты. На этот раз они решили подойти к профилактике коррупции творчески, создавать видеоролики. Ежедневно они публикуют их в популярных социальных сетях – в Инстаграм, Фейсбуке, ВКонтакте, а еще в WhatsApp и Telegram. За три дня успели выложить несколько материалов. Данные видеоролики, они длятся буквально до минуты, там полминуты, да. У них различные высказывания, то есть различные направленные высказывания именно на формирование мировоззрения, на формирование сознания, добропорядочности. То есть здесь могут быть высказывания известных личностей каких-либо. То есть они в форме представлены, в форме каких-то различных мультиков и так далее. Реакция достаточно хорошая. Постоянно идет рассыл, то этих ссылок, обмен ссылок. И думаю, что эту акцию в целом поддержит не только по нашей области, но и по целой республике. По словам организаторов, акция продлится до конца месяца. Участие в ней смогут принять все желающие. О своих креативных идеях можно написать в группу Кызылжара Далдыкаланы. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, новости МТРК.